Инвестировать в будущее с рождения предлагает Белагропромбанк. Сегодня в Минске чествовали юных клиентов, участников детской сберегательной программы «Расти большой». 250 рублей каждому, кто родился 3 сентября, и чьи родители сразу оформили вклад. Это одна из акций Белагропромбанка, которую он проводит в честь своего 25-летия. Банк отказался от пышных торжеств, максимально сконцентрировавшись на клиентах. Сертификаты на денежные бонусы в ближайшее время вручат по всей стране. Воспользоваться накоплениями можно через 18 лет. У нас и у дочери есть тоже, как бы, тоже вклад в другом банке, и для сына здесь. Это и учеба, и, в принципе, и здоровье. Дома как-то не получается накопить, а банк положил как-то надежнее более. Это депозит. Его можно открыть на имя своего ребенка, и в рамках которого можно получить хорошую, привлекательную процентную ставку. И каждый год ко дню рождения ребенка банк дарит подарки. И к моменту, когда ребенок вырастает, на счете оказывается достаточно хорошая сумма, при которой можно рассчитывать старт в жизни, сделать чуть более легче. Участниками программы «Расти большой» являются более 23 тысяч малышей. Традиционно особое внимание Белагропромбанк уделяет детской финансовой грамотности. В конце года пятиклассникам, это 96 тысяч учеников по всей стране, вручают брошюры «Твои первые финансы» с обучающими сказками на белорусском языке.